тропинке снежком запорошена. Кстати, у меня же несколько вопросов было. Я сказал, на вебинаре отвечу. Сегодня дозвонился я до Лутенковой, до Гали. Сегодня дозвонился. Значит, чуть-чуть какой-то проблеск, что несколько часов он был без аппарата искусственного дыхания. Несколько часов, а потом снова под аппаратом. Ну, хоть чуть-чуть, хоть попытка была. Вот. А остальное все так же. И ничего ей самой не говорят, и не пускают. Где эти законы, чтобы пускать в реанимацию? Где они? Ой, наверное, было, если бы она ухаживала за ним, было бы лучше. Но я когда-то так же лежал, умирал. Отрезали желчный пузырь, и все. Заразили сальмонеллезом. Начал кашлять, лопнул шов. Ой, страшно вспомнить. Я такое пережил медицину. Так. В общем, вот это вот мы читать все не будем. Так. Ну, вы поняли. Вот это вот приведет, если уже не привело, к большому сокращению садов, которых и так нет. Просто обратите внимание на цифры, какие они есть, какие ощущаются. Вот. И где-то было 51 тут. Вот. Это прямо вот, знаете как, что вижу, о том пою. Просто что вижу, о том пою. Видите? Ну и фотография, вот она, полюбуйте. Вот это описание, вот это уже Волга. Так, посмотрели, да? И, вот. Ну, комментарии, конечно, разные, потому что мы-то садоводы, да? Вот этот снег, я почему? Все-таки учеба. Вот такой снег, он полностью закрывает молодые саженцы до метра высотой. Во многих регионах метр есть, сами знаете. А потом, когда весной снег начинает сходиться, он интересно сходит, он намокает днем, потом все мокро, ночью подмерзает, и вот берет и цепляется за этого, за очень хиленькую, ну вот максимум такой толщины штамп, если метр, да. Потом садится вся эта масса дальше, и я у себя видел один год, когда я был дураком, вот, надеюсь, что я вас сделаю так, то есть после моих слов у нас меньше будет потерь. И вот так вот они ломаются. Вот такими вот змейками. До самой земли. Схватился за голову. Было поздно, потому что саженцы были переломаны. Пол питомника. Это было у меня. Самый первый питомник. Вот. Это надо знать. А с другой стороны, снег защитник. Вот взял Мезинова. Олег Олегович, извините, на вашем примере учимся. Ну что делать? Отгреб. Он закаляет, он не боится. Ему железо внушил, что эти до 40 выдерживают эти самые. Хасанские персики. А когда вы написали, что снег отгребли, чтобы закалить, у меня сердце ёкнуло. Где предел? Что сегодня отгребли, а завтра 40. Было такое? Было. Вот где-то там, опять же, на Волге, забыл где. Минус 51 ночью показал. Вот вам и персик. Вот. Двухметровая это высота. Ну, в общем, ладно. Так.